Месси. Иванов, офсайда нет, точно, совершенно задержался Фонтанельо. И гол. Гол забивает Исмаил Айсати. Фонтанельо очень сильно задержался. И таким образом, конечно, сгубил искусственный офсайд. Смотрите. Иванов. И вот он, Айсати. С первой попытки не смог проткнуть мяч в ворот, а вот со второй получилось. Мяч после того, как соприкоснулся с ладонью Арапова, отскочил к нему. 2-3, Терек проигрывая.